у нас сейчас на этой сцене появятся гости из Астраханской области. Трио «Жолдастык» с песней «Позови меня». Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Отзовется ли сердце безбрежное, несказанное, глупое, нежное? Снова сумерки входят бессонные, снова застят мне стекла оконные. Там кивает сирень и смородина. Позови меня, тихая родина, позови меня на закате дня, позови меня, грусть, печаль моя, позови меня, позови меня на закате дня, позови меня, грусть, печаль моя. Позови меня. Знаю, сбудется наше свидание, затянулось с тобой расставание. Синий месяц за городом прячется, не тоскуется мне и не плачется. Колокольчик ли дальние эхали, только мимо с тобой мы проехали. Напылили кругом накопытели, даже толком дорогу не видели. Позови меня на закате дня, позови меня, грусть, печаль моя, позови меня, позови меня. Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Знаю, сбудется наше свидание, я вернусь, я сдержу обещание. Дамир, Сергей, Александр. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы в фан-клубе группы «Любэ», я так понимаю. Да. 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 Это наша любимая группа. Мы очень любим эти песни группы «Любэ», потому что, на наш взгляд, я думаю, не только наш взгляд, но всей страны, это очень душевные, очень хорошие, добрые песни, которые до сих пор в нашей стране актуальны. Несмотря... У тебя тембр, как у Расторгуева, нужно сказать. Спасибо большое. А как я понял, что Сережа и Саша, вы два брата, да, и вы слабовидящие. Да, да. Расскажите, как вы вот приобщились к музыке? Ну, вообще, в принципе, наверное, как и многие, с детства сначала увлекались. Ну, потому что у нас и мама поет, и отец играл на ударных инструментах. Ну, а вот что за инструмент, на котором вы играли? Вот, в... Это кахон, Александр. Как называется? Кахон. Кахон. Кубинский перкуссионный инструмент. Со скольки лет вы стали заниматься музыкой? Начнем с того, что вообще я вот, например, вообще не был предрасположен к пению. Мой отец, он говорил, вот надо, надо. Я хотел научиться на ударных инструментах. Но все равно говорят, что у людей, кто хуже видит, у них со слухом гораздо лучше. Конечно. Что вы. Да. Ну, в принципе, да, есть такое. Ну, Дамир, а ты еще директор местной библиотеки. Да, и пользуясь случаем, я хотел бы вам преподнести подарок. Я вижу у тебя на столе осетр, вот вижу. Да, так как мы из Астраханского края, дельты реки Волги. Вот, и я хотел бы вам преподнести подарок. Это стерлядка. Я думал, книгу. Сначала. А сначала... Да, и копченый сом. И все. Боже, какая
красота. Еще сегодня у нас в библиотеке была презентация, так как городу Астрахани было присвоено звание «Город трудовой доблести», я хотел вам подарить такую вот книгу. Ага, об Астрахани. Об Астрахани, да. «Годы Великой Отечественной войны». Спасибо. Ну что споем сегодня за столом? Давайте. Ну, мы споем песню «От Волги до Енисея». О. Про нашу Россию. От Волги до Енисея, леса, краса, горы до степи, Россия, моя Россия, от Волги до Енисея. От Волги.